Во Владикавказе продолжает работу киношкола. Она создана для того, чтобы обучать операторскому мастерству, монтажному делу, основам цветокоррекции и компьютерной графики. Ее основателем стал Ахсар Тибилов. Реализовать свою мечту он смог благодаря выигранному гранту на форуме Таврида. Идея создания киношколы, по словам Ахсара Тибилова, возникла из-за отсутствия в регионе возможностей для развития кино. В процессе обучения планируют снять 5 короткометражных фильмов социальной направленности, которые будут запущены в соцсети. Как и любое творческое направление, любая творческая деятельность, киношкола также вносит большой вклад в творческое развитие молодежи. Помимо этого, скажем, у нас проходила профориентационная работа, то есть мы ездили по учебным заведениям, где мы рассказывали ребятам, что такое кино, как оно делается, и, соответственно, ребята, которым это интересно, в дальнейшем могут связать свою жизнь с этим делом. Как минимум, я стал смотреть на кино совсем по-другому. Я уже воспринимаю его как цельное художественное произведение, а как именно технический процесс. То есть, как он смонтирован, цветокор, какая идея была в него заложена. Смотрю уже немного другими глазами.